Из записок очевидца. В России очень много талантливых людей. Но людей, которые хотят заработать на чужом таланте, в России гораздо больше. Итак, представьте, декабрь, новогодний корпоратив какой-то очень крутой фирмы. Хорошо, все будет хорошо. Ой, натанцевалась, уже прямо звезда болит, я не знаю. Сань, давай, выходи уже из образа. А, ну ладно, хорошо, ладно. А это вообще как? Точно фестиваль пародии, а? Точно не корпоратив? Сань, ну что за недоверие? Конечно, мы с тобой целых 3 недели знакомы. Ну да. Ну. Нет, там просто на моем номере горячее стали разносить, я поэтому мне показалось. Показалось, Сань, конечно. Ну ладно. А почему вас в конце не объявляют, ну вот когда номер заканчивается, вот Александр Олешко, мол, актер театра и кино, который, ну, еще немножко пародии показывает. О, Сань, это даже не минута славы. Это минута тщеславия какая-то. Минута гордыни, я не знаю. Ну ладно, ладно, ладно. Это, давай, переодевайся и на сцену, а? Сейчас немножко отдышусь, а то я прям мокрый весь, ладно? Давай. Похож, похож. Тоже на фестиваль пародий, да? Прямо Александр Васильевич Масляков. Ну, типа. Нормально. Саша, отстань. Ну, поговори еще один в один. Ой, точь-в-точь, прям, честно. Еще один. Ну ладно, удачи, да? Саш, чтобы... давай, давай, жду там, зрители, давай, давай. Да вперед, ага. бегом. Здравия желаю. Здрасте. А, если по поводу дня милиции, там все занято уже. А если по поводу заявления? Использование чужого сценического образа с целью зарабатывания денег. Статья 269, пункт... Второй. А вы кто? Я так, автограф взять, уже ухожу, да. А вы на кого-то вышли? Есть подозреваемые? Да какие подозреваемые? Мы точно знаем, это Александр Олешко. Вот директор, зараза, а. Так, это кто у нас там? Что-то очень знакомый голос. Да, это голос Дмитрия Нагиева. А, Дмитрий, извините, а можно к вам у меня пару вопросов есть? А нельзя, он здесь не один, господи. Рената Литвинова. Литвинова. Литвинова и Дмитрий Нагиев? У них роман? Прикинь, все знали. А я-то через дверь спрошу. А вы знаете, что Александр Олешко аферист, использует ваши образы и деньги на этом зарабатывает? Ой, господи, глаза бы не видели этого Олешко. Ну так себе уже везде высовывается, сидел бы дома или в театре играл. Может быть, это его этот директор подставил, а? Директор подставил. Да все равно достанется Александру Олешко. С директора взятки гладки. Вот ведь гад какой. Кто? А, ну да, ну выходит, господи, Александр Олешко. А там вообще никаких вариантов, да? Прям посадят его, если поймают. Ну слушайте, если только докажут, что он неуравновешенный. Но это врач нужен. Ну, я шла мимо, подумала, что нужна помощь внутренним органам. И вот я здесь. Добрый вечер, дорогие друзья. Елена Малышева, а мы Александра Олешко ловим. Да? А что ему грозит? Ну, лет 5-7. Да какая разница? Большая разница. Ну, вы на самом деле, Саша, не трогайте. Хороший парень, много работает. Если вы его закроете, кто будет вести программу на Первом канале? Ну, Дмитрий Нагиев будет вести. Разве он откажется? Вот ведь гад какой. Кто? А, ну выходит, что Александр Олешко. Да. Саня, это ты? Я не очень поняла, честное слово. А что здесь делает этот имбецил? Чего это я имбецил? Ну, вы не спорите с профессионалами, налицо имбецил. Вот. Да? Если я имбецил, то, может, это не настоящая Елена Малышева? А, ну, может быть, и неправильно поставила диагноз. Саша, ну разве я могу поставить диагноз неправильно?
Еще одна Елена Малышева? Нет, ну что значит еще одна Елена Малышева? Это Александр Олешко с невнятной пародией. Ну что? Ну разве я так разговариваю? Разве я так разговариваю? Так, Елена Васильевна, стоп! Надо выяснить, кто настоящее. Ну как кто настоящий? Ну понятно, что... Что такое пародонтоз? Что такое пародонтоз? Да, вот что такое пародонтоз? Пародонтоз – это воспаление ткани окружающих зуб. Я совершенно согласен с Александром Олешко. Ладно, а кто такие паразиты? Кто такие паразиты? А паразиты – это паразиты, которые паразитируют на этом теле шоу-бизнеса, зарабатывают на чужих блистательных биографиях. Вот таких людей нужно сажать. Вот. Не сажайте его, Саш. Мы его возьмем на программу на год. На анализы и опыты. На программу? Заберите меня, пожалуйста, в тюрьму. Ну что ж, дорогие друзья, для вас выступали похожий на всех и не похожий ни на кого Александр Олешко и наша землячка, несравненная Елена Малышева. Спасибо!